захвачена. Черт его дери! Цель захвачена. Внимание! Торит получил 4. Терпим крушение, повторяю. Терпим крушение. 2 миль к югу от пункта 5. Высота. 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 Ты все еще жив. Вставай. Давайте. Нам нужно торопиться, пока не прибыли поисковые отряды. У нас потери. Полсон и оба пилота мертвы, сэр. Зараза. Ладно. Зона посадки не так далеко. Выходим. П-6, говорит база. К вам летит АС-130, но ему нужно время, чтобы добраться до вас. Прием. Вас понял. Конец связи. АС-130, да? Давно я на таком не летал. Сэр, с севера приближаются машины. Подмост, быстро! Выходим! Что за помойка? Стойте! У нас гости! Что здесь? Все чисто. Отлично. Идем дальше. Прожектор! Все на землю! Не высовываться! Вертолет улетает! Идем! Они там, у дома! Противник с тыла! Ответный огонь! Это слишком тихо. Куда они делись, черт побери? Наверняка они сменили позицию. Пытаются отрезать нам путь где-нибудь впереди. Всем быть начеку!
Держитесь, вертолет возвращается. Похоже, они не знают, где мы. Пусть так все и останется. Так, идем дальше. Быстрее. Стойте. На мосту впереди часовые. Следите за прожекторами. Идем дальше. Никому не высовываться. Вижу врага! Засекли! Открыть огонь! Они в поле! Вот вам граната, иди! Осторожно, вертолет! Капитан Прайс, в амбаре стингеры. Суд! Хватай стингер и стреляй по вертолету! Быстрее!
Черт, он выпустил сигнальные ракеты. Не так все будет просто. Соу, хватай еще один стингер и открывай огонь. Устроим ему проверку. Отлично, Соуп! Все ко мне! Выдвигаемся! Б-6, внимание! В ваш квадрат входит AC-130. Конец связи. Б-6, говорит боевой молот. Жду сигнала. Слышал, вам нужна помощь. Приказывайте. Боевой молот, огневая задача. У противника бронетехника и пехота. 100 метров к юго-западу от нашей позиции. Вас понял. Спускаюсь. Мы прикроем вас до зоны посадки. Вам лучше поспешить. Вас понял, боевой молот? Выдвигаемся, конец связи.